Видеть чужие изъяны – достоинство. Разглядывать их – недостаток. Какими достоинствами и недостатками, на ваш взгляд, вы обладаете? Чаще всего я замечаю в других людях только те недостатки, которые могу заметить в себе. Поэтому всегда ловлю себя на мысли, что у меня, если в голове возникает какая-то негативная мысль, то это в первую очередь про меня. И всегда так немножко себя припускаю. Про недостатки говорить не хочется, потому что, когда ты говоришь о своих недостатках, то другие люди замечают их, а могли бы не заметить. А достоинство, мне кажется, это тактичность. То, что я никогда не скажу человеку то, что не вправе говорить. Многогранность – ключ к безграничности. Согласны ли вы с этим утверждением? Я абсолютно согласна с этим утверждением. Человек должен быть разносторонним. Естественно, есть люди, которые посвящают себя какому-то определенному делу, они становятся профессионалами своего дела, но потом со временем они в любом случае могут развивать себя и открывать себя в новых каких-то делах и увлечениях. Могу рассказать про себя. Я никогда не думала, что я вообще захочу играть в волейбол. Я всю жизнь рисовала. Вот. Но я посмотрела на эту игру, и мне она понравилась. И затем я с упорством пыталась отработать навыки игрока. И сейчас играю для себя в такой любительский волейбол. Считаю, что можно и нужно попробовать себя в разных навыках, в разных увлечениях. Потому что жизнь, она такая, она настолько большая, разнообразная, что нужно на самом деле брать все, пробовать и быть открытым к новым началам, к новым увлечениям. Прекрасное место, за которое стоит бороться. Согласны ли вы с этим утверждением и что вы делаете для сохранения Земли? Добрый вечер, дорогие друзья. Я согласна с этим утверждением, так как Земля, все, что находится на Земле, это ценные ресурсы для жизни человечества. Например, моя семья очень часто экономит бумажные пакеты, идя в магазин, чтобы не расходовать такие материалы, как пластик. И для меня очень важно, чтобы каждый день, прожитый в жизни человеком, был потрачен на то, чтобы сохранить и приумножить богатство Земли. Каждый человек имеет свое призвание. Талант – знать его. А вы знаете свои таланты? Я считаю, что каждый человек, безусловно, талантлив. Но вопрос лишь в том, что нужно найти свое призвание и свой талант. Я на данный момент не могу сказать, что я нашла свое признание в жизни. Но я считаю, что я делаю для этого все. Стараюсь раскрыть себя с разных сторон, пробую что-то новое и надеюсь, что когда-то я действительно найду свое призвание и талант. Мы не наследуем землю у наших предков, а заимствуем ее у наших детей. Что вы думаете об этом высказывании? Добрый вечер, уважаемые жюри и дорогие зрители. Спасибо за вопрос. Очень интересная мысль, потому что мы являемся творцами своей реальности, своей жизни. И поэтому, знаете, наша жизнь и наш мир в целом, как
такая причудливая мозаика, которая складывается по крупицам из действий каждого человека. Именно поэтому очень важно осознанно жить, жить любя, жить с открытым сердцем. И тогда мы создадим прекрасную реальность, и все будет только лучше. И нам, безусловно, будет что передать своим наследникам. Спасибо за вопрос. Природа — это произведение искусства под открытым небом. Какой ваш любимый вид искусства и почему? Здравствуйте, дорогие друзья! Я считаю, что искусство действительно прекрасно, и природа в том числе. Мое любимое искусство, пожалуй, направление искусства — это импрессионизм. Я восхищена работами Мане, Серова, Коровина. Мне безумно нравится искусство, я изучаю его по сей день. Благодарю за вопрос. Всегда открыта для всех. Природа. А какая ваша любимая книга современного автора и почему? Спасибо за вопрос. Да, я согласна с высказыванием, что природа — это открытая книга. Я восхищаюсь тайгой, лесами, морями нашей страны. И если отвечать на вопрос, какая моя любимая книга современного автора, если быть честной, я не являюсь фанатом современных авторов, однако я всем сердцем люблю классическую литературу, и моя любимая книга «Ремарка. Три товарища», так как она о настоящей дружбе, о истинных качествах, которые присущи людям, и в этой книге есть чему поучиться, поэтому я обязательно советую прочесть ее каждому. Спасибо. Одна из самых больших проблем в нашей жизни – разобраться, кто тебе друг, что для вас дружба и есть ли у вас настоящие друзья. Добрый день, уважаемые члены жюри и зрители. Для меня дружба – это когда твой близкий человек, и не только, может поддержать тебя, несмотря ни на что, даже если у него плохое настроение, и ты в ответ даешь ему то же самое. Когда ты бескорыстно говоришь комплименты, когда помогаешь людям на улице, прохожим и тому подобное. Для меня дружба — это самое дорогое, что есть у меня. И таких людей у меня не так уж и много, но для меня они очень важны. Я их очень сильно люблю. Они мои опоры и поддержка. Спасибо за вопрос. Некоторые люди используют любые средства, чтобы достичь цели. На что вы способны пойти ради достижения своих целей? Добрый день, уважаемые члены жюри. Спасибо за ваш вопрос. Он как раз-таки очень подходит на тему конкурса, где мы сейчас находимся. И я хочу сказать то, что в любой ситуации, где бы вы ни были, на конкурсе это или в любом другом месте, самое главное — сохранять внутри себя человека. И, конечно, стоит идти к своим целям, но я считаю, что идти по головам — это не всегда верное решение. Ведь самое главное, что мы можем обрести настоящих друзей или подруг,
сохранить светлые воспоминания после этого события, нежели просто свернуть всем шею, так сказать, и победить. Вот. Обижаться или нет – выбор каждого. А что может вас обидеть? Благодарю вас за вопрос. На самом деле я до определенного возраста была очень обидчивым человеком. И до сих пор во мне есть эта нотка. И я могу обидеться на любую шутку, хотя я понимаю, что это шутка, но я воспринимаю все близко к сердцу. Поэтому я думаю, что не стоит обращать внимание на какие-то мелочи, которые могут задеть вас. Главное — это уверенность в себе. То, что говорят или шутят про вас другие люди, это не важно. Второй вице-мисс национального конкурса «Мисс Россия 2022» становится Немаева Дарья, Хабаровский край. Первой вице-мисс национального конкурса «Мисс Россия 2022» становится Удаева Анна, Республика Чувашия.
обладательница титула «Мисс Россия 2019 года» Алина Санько. Добрый вечер, дамы и господа. Очень волнительный момент. Кто же станет следующим «Мисс Россия»? Итак, «Мисс Россия 2022» становится Линникова Анна, Оренбург. Поздравляю.